это пел. Да серьезно, прям давай. Это пел, я но это пел. Музыку ты включал из телефона. Так, так? Это мой голос, это мой голос. Без это разницы, почему? Музыку ты с телефона включал. Это не музыка, это не музыка. Это а запрещено что ли? Вот давай я сейчас сочиню песню и ее включу на телефоне, чтобы ну, просто потому что я ее обработал. Это, песня, это запрещено это будет? Это не песня, это песня. Песня и песня отличается. Я это пою своим голосом. Под автотюном, да. Я отредактировал под автотюн, как будто Иисус поет, да. А почему бы нет? Вот почему. 2.1. Я проигрываю с различные звуки, реплики, фразы, музыку, что? Что за бред? Пошли в Дискорд. Почему я не могу? Это правило 2.1. А что за это будет? Ты можешь петь, но не через телефон проигрывать. Так я не могу. Вот если я ты использовал петь для этого телефон. Да, все, я отключил. Почему я не могу сочинить свою музыку и ее же спеть? Можешь спеть, опять же, повторюсь, но не через телефон ее проигрывать. Если ты ее проигрываешь через телефон, это 2.1. Мне администратор говорил такое. Другой, что я воспроизводил через саундпад. Я не воспроизводил через саундпад, у меня телефон под рукой. Понятно. Я включаю свою песню. Ну, все равно одно и то же. Суть одно и то же. Суть не одно и то же, администратор говорил через саундпад. Я подам жалобу на этого администратора. Говорил, ошибся администратор. Твое право, пожалуйста. У тебя 2.1. А что мне за это будет? Пошли, я тебе покажу. Пошли, покажу. Покажи. Он разбирает твою жалобу, от него это зависит. Я поднимал моральный дух альянса. Ты где зайдешь? Либо... Ясно, ты, поздравляю. Ты мне... Подожди, всяк мне нужен? Нет, всяк мне не нужен. Всяк вам не нужен. Наказывай, не наказывай. Я поднимал моральный дух. Короче, медик, я его накажу, но пока что у него там жалоба висит. Хочешь, я потом выйду, когда его жалобу разберу? Нет, если не выдавать... Нет, разбери, я хочу выдать... Ну, я скажу так. Короче, все, медик, я ему чуть позже выдам наказание. Альянса. Я сочинил собственную песню. Поздравляю. Я собственную песню включил для Альянса. Удачи. Поднять их моральный дух. Все, короче, разберись, правда. Потом мне его оставь. Рад за тебя. Что у тебя нет, случилось? Все-таки его жалоба. Я тоже рад, что ты рад за меня. Ну смотри, а много людей сочиняют песню про Альянс, которые потом ее поют. Да ты мне все Гарик? Равно, сколько мне людей их сочиняют. А вот у меня вопрос. Ну, ты слышишь, Гарик? Что? Короче, вам, смотри, Секториал дал ему приказ, да, чтобы он это пел. Это нормально? Да, это нормально. Потому что это был адекватный запрос. Че, он приказал ПЦУшке петь? Угу. И вот это вот он пел. Через телефон проигрывал. Меня попросил спеть. Он сказал, ты можешь? Я сказал, да, могу. То есть это не было обязательство. Это была моя инициатива. Так его только цикла 3 назад, то, что мне дал приказ Верлорд. Ой, Верлорд, Секториал. Какой Верлорд? У меня это все записано. Верлорд, даже и в Секториал, извиняюсь. В поминках был, Верлорд. Все, фрикил, что случилось? Короче, ладно. У меня нету фрикил. А, я не так указал. А, стоп, а кто меня убил? А, вот, не знаю, за что он меня убил, не знаю. Ку. За что ПЦУшку убил, когда Гуарда был? Там как-то рука дернулась и как-то выстояло все. Случайно. Поэтому тебя понизили с Гуарда до Берсерка. Нет, там я просто на ОВЛ сильно быканул, ему не понравилось. Вот что ты врубаешь? Чё ты вырубаешь на жалобе? Без проблем, я срок вышел. Я свою песню включил. Господи, не хотите под 17 играть? Как так получилось? Хотите? Да? Хочешь Роман Кахановский? Получилось, я не хотел его убивать, но он сдох. Без проблем. Фрикил. Ну, получается, фрикил. Вот Гарри Гарсия, он топовый. Я сегодня играл за Крематора. Мне сегодня дали за Крематора по станции. Ты вообще молодец. Вот это какой-то злой Роман, он прогрессивный. Олег, смотри, я придумал собственную песню, я взял в автотюн, закинул, я создал гимн Альянса. Я создал гимн Альянса, я сейчас только что включал. Мне хотят дать бан за то, что я сочинил гимн Альянса. И хорошо. Все, Гарик, ты разобрал жалобу, да? Огонь, я давай, считаю. Я тоже считаю. Так, Гарик Гарсия закрыл. Гарику Гарсия 5 из 5.